Да. Итак, здравствуйте, дорогие Да друзья, с ладно. вами Рубила, Если и мы не веришь во все начинаем эти все. проходить Ну Call of что Duty ж, ладно. Ghost. Да, Давайте реально это двинем Call of домой. Duty Ghost. Пошли. Живее. Пошли. Что у меня с ней какие-то фишки происходят? Очень-очень даже непонятно. Немного трясет. Такие вещи очень пугают вашу мать. Позже вам расскажу, что за фигня у меня с ней происходит. Фух. Да. Будет еще пара толчков, а потом все успокоится. Еле запустил эту игру, запускалась. Все, я не знаю, может, коряк такой кривой. Я же сразу настройки поставил на ультра, начал выбивать из игры после загрузки. Вот. Пойдем домой, проверим, начал выбивать из игры. Сейчас не знаю, мол, вряд ли будет выбивать. Хотя сейчас игра на минимальных. Не поверите, да? Это такая игра, настолько тупо сделана движок, что тут видюха не важна, понимаете? Тут важна оперативка. Если у тебя меньше 6, точнее, если ты хочешь поиграть на ультра, а у тебя меньше 8 оперативки, ты не поиграешь на ультра, будет выбивать из игры. Галима, да? Ну да ладно, я потом качество графики понижу. Ой, повышу, конечно. Потому что, ну гляньте, это не графика, это что-то... Что-то убитое очень. На минимальных, говно какое-то. В общем, потом, сейчас я пройду первую миссию, попробую повысить графику. Я думаю, не будет выбивать. Да, она просто и не обязана выбивать. У нее очень-очень мощный движок. И это Галима. Это очень Галима. Графика Галима, движок мощный, пипец. Просто ужас какой мощный. Я сейчас играю, ну вообще графика отстой. Может из-за того, что я играю на минимальных, но... Настолько отстойная графика, я не знаю. Хоть на минимальных, хоть на максимальных. Понял вас, Мозли. Отслеживаю сигнал от холостого. Ладно, пока не будем строго судить. Сейчас повысим график. Ну, потом. Потому что, чтобы повысить график, придется выходить из игры. Диспетчер Родина. Мы отправляемся инструктировать новую команду. Вас понял. Мы готовим шлюз С. Шаттл приступает к стыковке. Прикольно. Космос. Залетаем! Залетели! Да. Залетели! Ой, хочется уже поскорее домой. Сколько прошло? 3 месяца? Не, ну вот представьте, если бы у меня было меньше 6 гигабайт оперативки. Видюха у тебя суперская, процессор у тебя хороший, все хорошее. Тут бах, видюхи не хватает. Ой, оперативки не хватает, и все, игра тупо не запускается. А если и запускается, то начинает выбивать. Давно. Помоги мне с разгрузкой. Опа. Сейчас мы в этой игре впервые постреляем. Плыви. Можно ускоряться или нет? Нет, тут нельзя ускоряться. Может и можно. Опа! Это чё? А как? Я даже не прочитал, что-то я не понял. Ловим. А, вот, все, все, все. А я вертел туда-сюда. Это мы будем что, летать, типа, и стрелять? Я не пойму, что такая графика? Лима. Из-за того, что я играю на минимальных. Или разрешение какое-то не то.
Один готовится к использованию первого заряда. Наведение. Лос-Анджелес. Захват. Сан-Диего. Захват. Феникс. Захват. Наведение. Хьюстон. Захват. Наведение. Майами. Ну, куда мне? Захват. Один подтверждает захват цели. Статус жезла. Готов к бою. Вот замечательно. Зона близко, живо туда. Запуск через 10 секунд. Команде переход. Нафиг реально такое делать? Я потратился на видюху, а они тут такое это делают. У меня мощная видюха. Что тебе придется 8 гигабайт покупать, чтобы нормальная игра работала? Да я шевелюсь. Ой-ой-ой! Не, вот это вот прикольно, да? Опа! Тут, ну тут же мы, по идее, не улетим в космосе, ж ты ж не падаешь. Ты держишься на воздухе. Точнее, не на воздухе, а в атмосфере. Что, можно не пугаться, что мы упадем аж туда, на землю. Принято, Мосли. Наведение зарядов 3 и 4 Одина отменено. Но второй заряд по-прежнему готов к бою. Наведение завершено. Сан-Франциско, Денвер, Канзас-Сити, Чикаго, Вашингтон. Легко так убиваются вообще. А где это свой аут? Аллилуйя! Аллилуйя! Пойму смысл миссии? Вообще не пойму. Гляньте, какая земля огромная, да? Вообще огромнейшая земля. Чё ты тупишь? Так, чё, заходим, штурмируем, да? Штурм! Помоги открыть эту штуку! А, это я с бабой вообще, тём. А, думал, это мужик. Поджигайте топливопровод системы ДУ! Ай, сейчас, наверное, было очень громко мышку слышно. Ура! Взорвал, да? Задание выполнено, ну да. Вот так, теперь он точно войдет в атмосферу. Офигеть. Специалист после? Кира! Прикольно, мы да. Связь с командой диспетчерской Одина. Повторяю, даже не фантастика, что-то необычное для кого будет. Что это такое? Что за хуйня? Это начало? Ладно. 3, 2, 1. Побоюсь. Ой, идиот. Что это такое? А, это ж мы тогда, да. Ура! Отец пошел в ту кустовиком, надо его найти! Давай. Так, сдохли. Там надо было нажать побег. Ну ты где? Так. Опа. Нормально пока что. Ой, куда соскользнул. Yes. Так, тут. Блин, надо сделать потише. Подожди, потише, это си народ. Ой, извините, я напал. Блин, я тупанул. А, не. Все нормик. Норник. Быстрее только беги, окей. Давай. Долго тут еще бежать.
Да не, я думаю, сейчас уже скоро все закончится. Давай. Жесть. Эш, Логан, вы как? Папа, все в порядке. Залезайте в кузов. Ну же, Логан! Это отец прибыл или как? Ну да, по-моему. Тащи его в кузов, давай скорее! Надо сваливать отсюда! С тобой все будет хорошо, сын! Держитесь, ребята! Восхождение Федерации началось много лет назад, когда огромные... Они считали, что мы ослаблены. Легкая жертва, ждущая последнего удара. Мы сражались долго, упорно, пока не оказались в патовой ситуации. И здесь, в кратерах нейтральной зоны, мы теперь... Блин, что у меня с бандикамом какие-то шумы непонятные. Что-то выбивает, я не знаю. Запись то останавливается, то включается. Какие-то проблемы. Не знаю, сейчас может наладиться все. 6 июня, 5.12. О, собачка. Ты не разбудил. Думал, тебе лучше отдохнуть. Хэш. Тише, парень. Слушай. Райли что-то нашел. А, Райли. Берите снаряг, уйдем. Да, Райли, как-то так. Так, автоматик. А рядом тот же, что у нас был тогда. Запрещаю, вы снаружи. Парни, вы что-то нашли? Райли нашел. Как раз да, вот сейчас вроде стабилизировалась по индикам запись. Выход, может и нет. Что-то какие-то лаги. А, тут все, тут не как в БФ. Что это за графика такая убитая? Гляньте. Она именно убитая. Или из-за того, что на минималку. Ладно, я потом. Вот опять что-то оборвалось. Приходь. Ладно, я сейчас, в общем, настрою бандикам. Настрою игру. Потому что на таких настройках графики играть нереально. Все чисто, подходите. Думаю, сейчас поставлю на максимальный и выбивать не будет. Может и будет, а может и не будет, а может и будет. В общем, посмотрим, что подать. В дверь справа. Да. Дверь справа. Так, это кто? Нет, это не враг. Ой-ой-ой. Кажется, Райли это чё? Здесь лучше садиться? Ничего не есть. Когда вернемся, я тебя покормлю. Не-не-не-не-не. А как тупо присесть? Никак, да? Он сразу ложится. 6-1, доложите обстановку. Просто местные животные. Все нормально. Есть. Направляемся к пункту сбора серебро. Как слышите? Держивайте неназначенное, чтобы сделать подкат. Мне эта кнопка не назначена. Точно. Вот она. На вид жуть. Но держится. Так, я видел у одного летсплейщика, что тут можно переключаться. Эй, на собак. Секторе чисто. Почти. Надо прочесать эту да сторону стены. Может, на не этом можно, все. Я не знаю. Левая сторона наша. Надо торопиться. Перестроиться у заправки. Еще бы. Ралли, ралли, ищи. Ралли, ралли, ищи, ищи. Хорошая собака, добротная. Слышишь? Там кто-то есть.
Ждем Райли. Если он атакует цель, стреляйте. Куда он пошел? А, вот. Убрать их. Ого. Он меня чуть не убил. То враги убиваются быстро. Ага, это свои. Ого, тут убивают быстро. Ладно. Грена пошла. Тупо штук. Конечно, это не Battlefield, вообще не Battlefield. Да, Battlefield лучше. Кто там? Все, нету никого, да. 5 разведчиков. 5-й раз за этот месяц. 2-1, тут очередной разведотряд Федерации. Встречаемся у центра, перегруппироваться. Есть, мы уже в пути. Райли, рядом. Свои. Вот срань. Отстаньте от него! Su país caerá tan fácil como su gente. Давайте снимем. Они казнят гражданских. Вперед, вперед! Райли, вперед! Он там, там! Ха-ха! Убил! Да че он тут так ложится быстро? Нет. Не попал. Да тут даже не человек, блин. Да, тут быстро убиваются, они тут и меня быстро убивают. Сюда. Райли, рядом. Всем свободным отрядом! Усиленной бойцы Федерации! Требуется подкрепление! Срочно! Повторяю, нас атакуют! Слышим вас хорошо, бросайте дымовую, мы идем к вам. Вас понял! Берем на дыму нашей позиции! Райли, пошел, пошел. Я буду всех рашить, а ты давай грызи. Ничего себе, цели. Вертолет можно как-то сбить? Да, он сбивается легко. В принципе. Да ничего ж себе. Думаете, мы их перебьем все? Да ну, мы их всех не перебьем. Какая тут графика фальшивая? Ой-ой-ой-ой-ой. Лучше туда не высовываться. Ну чё ж вы все бегаете? Да ну гляньте, как же в них попасть, если они бегают. Вижу врага на один. Вот мы чуть-чуть переместились на 11 голов. Да, мы под стрел. Тупо ж тут не видно, когда убиваешь. Бил ли ты или нет? Есть. Я успел поставить хейдшот, хейдшот. И этого убил. Прям таки уносит, я вас им говорю. Убил. Райна. Объект через 20 метров. Кто там? Кто там? А он. Подавление огнем! Все показали один час! Поставили рядом! Are you ready? You?
заряжаю. Убил. Союзники у зеленого дыма! Мой, ты свой. Да ничего ж себе. Перелазь. Вы видели мне, какую серию вписали? Бил, бил, бил. Тот он? Нет. Сюда. Райли. Логан, хватай гранатомет и займись птичками, мы прикроем. Базар. Тут на F, да? Иди. Тихо, малыш, тихо. Райли, вперед. Где птички? А вот они. Yes. А я думал, не попаду. А я попал. Ай. Неужели попали в меня? Я тебя как-то прозевал. Логан, сбей вертолет управляемыми ракетами! Да где же этот вертолет? Вот он. Ой-ой-ой. Что, не попал? А, перезаряд. Блин. Да чё ж ты не перезаряжаешься? Ненавижу. Да? Чего я не попал? Это мне Battlefield напоминает, где практически нереально попасть. Попал. Нет. Да как же тут попасть тогда? Уже не нравится эта игра. Уже очень нравится эта игра. Давай, подлетай. Да. Ну он угинается, как я в него попаду. Да ну бред. Не, бред. Самый настоящий бред. Бредятина попали. Да ну блин. О, хоть еще патроны дали. Какой бред, блин. Сумасшедший. Да как в него попасть, блин? Зарядились, go. Да, он какой-то бессмертный, реально. Да остановись так. Да блин. Его же даже и не видел. Ну-ну-ну-ну-ну. Есть, 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 есть. Есть, отлично, отлично. Подбил, да? Все, вертолет сбитый. Теперь надо уничтожить вот этих. Чисто! Все чисто! Все, да? Вас понял. Возьму на себя транспорт. Все, Логан, ты на охране сзади. Че, в транспорт садимся? А, ну да. Вперед, тут вообще управление все по-другому, не как в Battlefield. Battlefield мне больше нравится. Call of Duty, конечно. Говно. Как такое? Не очень. Ну, по моему вкусу. Может, кому-то и нравится, но мне нет, точно.
все, миссия пройдена, да? 20 минут спустя. Форт Санта-Моника. Привет. Ралли. Я смотрю, тут эту собаку Ралли уважают. Да, пёс реально хороший. Блин, ну нет у меня сегодня настроения снимать. Бывает такое, что не знаю, что комментировать. Вообще именно нету настроения. Пошли, надо найти старика. Что не обращайтесь, конечно, на внимание на мой голос. Да. Давай, давай, давай. Быстрей, быстрей, быстрей. Я слышал о нападении. Парни, вы в порядке? Как всегда. Елис. Прогуляемся. Елис, Елис. Отец, они казнили гражданских. Я знаю. Елис, Елис. Их разведотряды собирают падальщиков и бродяг, надеясь найти вход в город. Так они и захватили Даллас практически за ночь. Чем можем помочь? Пап. Слушайте, парни. Вы последние, что осталось у меня в этом мире. Пап, послушай. Но я только вам и могу довериться. Послушай, а? Что бы это ни было, мы с Логаном, мы готовы. Вы отправитесь в нейтральную зону. Секунду, что правда? Вы слишком долго оборонялись. Так что я отправляю вас. Ладно, все, сейчас будем заканчивать уже. Сколько вы свяжетесь с разведотрядом, соберете столько информации, сколько сможете, и вернетесь обратно. Примерно. Так куда же в нейтральной зоне мы отправляемся? В общем-то, кому и знать, как не вам. Вы отправляетесь домой. Ну ладно, все, будем прощаться. Всем спасибо, что меня смотрели. Ставьте палец вверх, подписывайтесь, оставляйте комментарии. До свидания.